Здравствуйте, друзья! Тема дронов с камерами не оставляет нас равнодушными. И нас, и наших зрителей. Вот мы фактически отмечаем события, имеющие отношение к дронам. Помните, София, была песня там «Коля Дроля», да? Да. Там какие слова были? «Коля Дроля» там чего-то. А у нас дроны. «Коля Дроня» такой был бы. Значит, и вот у нас, ну, представляйтесь. Привет, меня зовут Вероника. Вероника. Синельникова. У нас Вероника – это третья, так сказать… Вторая. Это третий эшелон, значит, родственников на нашем канале. Значит, первым эшелоном была мамка. Вот. Привет. Значит, мамка у нас ухаживает за там, пожилыми бабушками. Помогает. Помогает, учит английский. Учим. Старшая сестра Кристина. Работает. Младшая, она не старшая, она вторая. Она вторая, да. Вторая сестра Кристина. Вот. Работает в Apple. Ей же 19 уже? 20. Да вы что? Да. Вот так, когда приходит-то 18, да, потом вот... Время значит, летит. Да, а тут у нас старшенькая тоже решила пойти по стопам, да? Да, мне посоветовали сюда, звали целый год, уговаривали сюда приехать. Долго. И вот она-то, друзья, и будет тестировать дроны. Помните, тут приходило, на днях у нас было вот мероприятие, приходили, интервьюировали, и вот отобрали, значит, у нас красотку. Ну, там женщина отбирала, то есть, вот, фактически, видимо, по деловым качествам, потому что так бы она такую красивую не взяла, правда? Ну, значит, вы уже были там в компании-то? Да, компания находится в Сан-Франциско. Так, это Лили вот эти. Да, Лили Роботикс. Угу. И как только входишь в эту компанию, сразу атмосфера чувствуется, что у них там все очень рады, все очень... excited, ага. Все очень взволнованы этим продуктом, и все они называют друг друга как семья. Да вы что, ну так, ну, в лучшем смысле этого да, слова. В лучшем смысле, так. Конечно. Так их там много вообще, народу-то? Народу достаточно много, да, здание тоже очень просторное, и думаю, там работать будет одно удовольствие. В даунтауне? В South Market. South Market. О, так, так а вам не выдали личного дрона? Там, для пока еще нет. Передвижения по офису? Пока еще нет. Да. Потом, может быть. Но вы еще не начали тестировать? А в среду первый день будет. Окей, ну хорошо. Так, а вы в Америке давно, вот так народ спросит? 3 года уже. Сначала отучилась в колледже, в комьюнити-колледже обычном. То есть вы приехали по студенческой визе? Да, приехала по студенческой визе. Из... Где вы там жили, в Казахстане-то? Алматы. Так. Вот. Хорошо потом... в Алматы? В Алматы хорошо, так. Но здесь лучше. Хорошо. Значит, так, училась в Сан-Диего, да, где вы жили? Да, в Сан-Диего. В Сан-Диего как? В Сан-Диего очень классно. Было трудно уезжать оттуда, поэтому ага. Я так долго, меня уговаривали сюда. Ну, хорошо. Так теперь вы... Так вы что, теперь будете тестером, или вы еще не знаете, что дальше будет? Вот. Нет, мне я как только начала этим заниматься, я сразу поняла, что это мое, что мне нравится, потому что я люблю, когда вещи работают так, как должны работать. Ага. И моя работа убеждаться в этом, make sure. Так в City College у вас какой-то мейджор был, или вы просто... Business management, да. Ага. Так это вы тогда будете менеджить... Бизнес по тестированию со временем? Со временем, да. Скоро буду. А вот географически вы хотите оставаться тут, там всяких в Apple, в Google работать? Или думаете, там подучусь, там и махну куда-нибудь? Пока что тут на несколько лет думаю, а потом посмотрим. Сестра что говорит? Сестра, мы еще не планировали так далеко. Угу. Ну, то есть нормально здесь. Здесь хорошо, но потому что да. Говорят, что дорого очень, поэтому я поэтому спрашиваю. Ну, смотря как ты зарабатываешь, конечно. Здесь и зарплаты выше, чем во многих местах, наверное. Ну, в Сан-Диего бы жили там, хорошо? В Сан-Диего офигенно. Ладно. Ну что, пожелаем вам успехов. Спасибо. Вот, и чтобы ваши дроны летали как положено. А какая стадия? Это то, что не секретно. Вот они скоро вообще собираются? Они должны были в июле, но они поняли, что еще недостаточно идеален, ну, недостаточно да. Хороший продукт, поэтому они передвинули на декабрь. На декабрь. Но это не связано с внешними какими-то regulations, когда какие-то комиссии должны что-то принять, так вот, от government. Это просто нужно улучшить систему все. Угу. Не то, что какое-то нужно, ну, я не знаю, что. Вот как автомобиль, который без водителя, например, да, его же не просто так на улицу запустить. Угу. Вот у вас такого нет, а может он не туда полетит куда-нибудь.
Или на голову кому возможно, упадет. Возможно, возможно, в этом проблема, скоро узнаю. Ну хорошо, в общем, я рассчитываю, что вы нам тут будете приносить дронов, а мы будем их снимать в условиях, может быть, выйдем из школы и полетаем. Хорошо? Было бы хорошо, да. Все, договорились.